Обожаю играть в настольные игры, например, в попугая. Все сидят за столом, а вы повторяете вслух каждую брошенную невзначай фразу, наполняя ее новым смыслом, не забывая при этом потрясти клювом решетку. Беседа при этом постепенно гаснет, в выигрыше всегда остаетесь вы, и, улетая по своим делам, если решетку трясли снаружи, вольны продолжать или прекратить игру.